ты не сделаешь, ублюдок? Какого хрена ты олень обычный? Опа, опа. Офигенно, офигенно. Привет, друзья, с вами Виолент, и мы продолжаем с вами играть в H1Z1 голодные игры. Выпустили тут обновление, которое добавило просто до хрена много чего интересного, новую карту, новый интерфейс и многое другое, ребят. И если вы хотите видеть чаще серии по этой игре, то обязательно поддержите лайком, и, в принципе, серии будут выходить частенько. Ну, а пока что мы загружаемся, и вот этого мудака я тоже отмудохаю, и всех отмудохаю. Ну, конечно, я постараюсь отмудохать. Но сегодня замес будет явно интересный. Итак, вышвырнули нас, ребят, наконец-то. А по мне, я уже поиграл так пару каточек. И могу сказать, что игра изменилась просто в наилучшую сторону. Стало как-то все более-менее удобно. И при том оптимизировано. Так, давайте вот куда полетим мы. Так, ах ты ублюдок, говно какое-то уже спустилось, и там уже машина есть. Черт возьми, я не знаю, куда нам лететь. Нас сейчас примут просто сразу. Окей, ладно, полетели тогда в город. Мы здесь уже ничего не успеем залутать, ребят. Не будем, не будем. О, фак, машину он завел, черт. Походу, меня сейчас едут сбивать, нет? Нормально пока что. Пока что нормально, ладно. Задача какая? Задача все та же. Взять хорошую пушку. Опа, опа, смотрите, какой-то кейс нам дали. Можно будет его открыть. Ну, естественно, открывать его можно за бабки. Смотрите, какое месиво просто начинается. Началась только игра, а уже месиво. Уже месиво. 128 игроков. Интерфейс просто нереально изменился. Даже, мне кажется, текстурки изменились. Я вот за такого нигера играю. Прикольно у него. Как вам шляпа моя, ребят? Как вам шляпа? Прикольно, да? Как будто краску налили ему на голову. Ладно, надо что-то взять хорошенькое мне. Блин, как же люди подыхают быстро. Так, опа, опа. Открываемся, закрываемся. Давайте оружие. Мне, пожалуйста. Ой, пистолет какой большой. Дуло. Кому-то я в рот ее сегодня засуну, да это дуло. Так, где, где? Коктейль Молотова. Это говно мы не будем подбирать. Так, так, что-нибудь поприличнее, что это за дерьмо лежит? Параша какая, опа, опа. Так, давайте порвем это дерьмище. Эту повязку тоже разорвем. Так, шляпу одеем, которая защищает нас от всех бед. Ну, конечно, пистолет полное говно, даже можно первый нахрен просто выкинуть. Потому что полное дерьмо какое-то. Нет, пускай пистолет на двойке будет, а... Опа, да-да-да-да-да-да-да, я к тебе шел. Я к тебе шел. Так, сейчас, подождите, подождите, надо перезарядиться. Калаш! Калаш мне за, черт возьми, так, отлично. Блин, а сколько раз тебе говорил, подбирай только патроны, а потом оружие. Черт возьми, Виолен, как обычно. Так, что здесь еще можно взять? Блин, на эмочку патрончики. Да, у нас, ребят, с рюкзаком, черт возьми, проблема. Черт возьми, нам надо рюкзак какой-нибудь, хотя бы какой-нибудь обоссанный. Пожалуйста, пожалуйста, рюкзак. Блин, где мне найти рюкзак? И хилку мне нужно, рюкзак и хилку. Так, пока здесь никого нету. Так, давайте сходим назад, в задний двор. Так, а может здесь что лежит? Ну-ка. Коктейль Молотова не нужен мне. Черт, а. Хреново. Как-то не очень хорошо мы начали, если честно. Что-то мне это уже не нравится. Мне кажется, нас... В зад нам-то наспегают пулек. Опа, опа, аптечка. Да, ребята, это сейчас аптечки, они черные. Это, видите, специально сделали на дробовик. Нет, не хочу на дробовик я. Черт возьми, майку, конечно, на бинты. Видите, у нас вообще нет ничего. А если мы так сделаем, порвем, нет? Порвалась? Да, порвалась. Ладно, хрен с ним. Блин, а! Ботинки. Мне бы какой-нибудь рюкзак. Здесь вообще же ничего нет.
Ладно. Я же не ссу. Так, я никого пока что не вижу. Так, открывай дверь, Сана, открывайся. Столько, блин, пуль было, что я даже все не могу забрать. Опа, бронежилет, вообще шикарно. Блин, мне надо какой-нибудь рюкзак. Срочно. Срочно. Так, где мы находимся? F6. Ага, нам надо наверх. Так. Нам надо вон туда, ребят. Блин, мне бы машину еще. Конечно, многого я захотел. Можно подняться наверх. Ладно, давайте поднимемся наверх, пока время есть. Слава богу, на это. Это, походу, на крышу вообще ведет, да? Ага, аптечечка. Да. Вообще некуда все это положить. Я не знаю, куда это пихать все. Какой-нибудь рюкзак, пожалуйста, в поисках рюкзака, Виолент. Мне надо какой-нибудь чертов рюкзак. Какой-нибудь бомжатский дайте, пожалуйста. Пожалуйста. Блин, а почему, почему? Почему мне так хреново везет? С эти... Ох, наконец-то хоть какой рюкзак. Возле окон нельзя остановиться. Ведь там уже вовсю взрывают. Черт возьми, я без второго наушника-то играю. Это уже, понимаете, это уже плохо. Ой, чувствую, мне надерут задницу сегодня, а? Кстати, напишите, как вам обновление-то. По мне, так это просто бомба какая-то. Это самое лучшее обновление, которое выходило за всю историю H1Z1. Так, ладно. Пора. Пора валить отсюда, ребят. Пора валить, спускаемся. Спокойненько спускаемся. Так, нам вон туда надо. Так, ублюдки. Никто меня сейчас не нахлобучит здесь. Да, на машины мне как всегда везет. Ни одной чертовой машины нету. Да-да-да, я понимаю, что надо уходить. Но мне какую-нибудь машинку. Машинок вообще нет, ребят. Полный краец. Самолетики уже вовсю летают. Черт возьми, какую-нибудь тачку, пожалуйста. Да, ну ни хрена здесь нету, как обычно. Вот эта машина вообще смахивает, да? То, что она рабочая, ну ни хрена, она не рабочая. Так, что у нас в руках вообще? Нормально, М-ка. М-ку возьмем в руки. Так, неужели я кого-то слышал? F5. Мы до сих пор в F5. Да, мы в этом городке. Нам надо наверх. Так, что у нас? Что у нас? Ничего. Ничего нету. Ладно, валим. Так, мы пролезем? Пролезем! Еще как пролезем. Все, гоним. Черт, тихо, нам туда надо. Да, управление, конечно, мне не нравится в этой игре. Оно очень сложное. Блин, машину, черт возьми, мне бы. Могут снять легко. Опа. Да вылазь ты! Черт возьми, она не заводится, ребят. Ну-ка. Да ну нахрен, можно с помощью соединить проводки? Охренеть! Я вот этого не знал, ребят. Вау! Это прикольно!
Так, нам надо как-то отсюда выехать. Я не знаю, как мы это будем делать, но газ уже близко. Так, куда-нибудь свернуть бы сейчас, а? Так, куда-нибудь свернуть. Так, там нет. Вот на машине управление, в принципе, нормальное. Так, 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 так. Кто же там играется со мной, а? Кто же захотел со мной поиграться, ребятки? А, вот что. Ладно, мы не будем останавливаться. Да-да-да-да-да-да-да-да. Конечно, сможешь ты. Опа, и здесь петушки, что ли, резвятся, нет? Или все-таки убьем? Так, F5, ребят. F5. Ладно, не будем. Хотя можно было убить. Давайте попробуем. Не знаю, что с этого получится, правда? Но мне кажется, мы сейчас откинем коньки. Вот что мне кажется. Короче, хрен на него, и я его что-то не вижу. Где он засел, там петушок этот? Надо что-то нам делать интересное. В принципе, что у нас по аптечкам? У нас... Да, у нас хреново. У нас одна аптечка. И бинты есть. Ну, слава богу, бинты есть. Ну, их мало. Опа, церквушка. Можем заехать, в принципе, посмотреть. А если я проводки вытяну? А, нельзя вытянуть, да? Ну-ка, давайте заценим, что в церкви. Да, в церкви ничего интересного нет. Так, залазим. Черт, видите, опять надо заводить с помощью этой хрени. Походу, ключи убрали, да? F4, да, мы в... здесь, где нужно. Так, где он? Есть! Ху-ху! Ой, маленький ублюдок. Ай-яй-яй, давай, бинтуйся. Ах ты, ублюдок, черт возьми, блин! Я забыл, что бинтоваться на Q сейчас можно. И потерял время, черт возьми. Но я одного убил. Это неплохо. Ладно, ребят, что ж, придется еще раз поиграться с ними. Так, ну что, сотая попыточка, ребят. Точнее, вторая попыточка, но ничего. Так, давайте разбираться, куда нам лететь. Лететь нам выбора не остается. Давайте просто полетим вниз, быстро очень. Пока что я никаких петушков не вижу. И надо нам залутаться сейчас по полному сраку. Так, ах ты ублюдок, два ублюдка летит, а? Какого хрена вы летите сюда? О, fuck you! Какого хрена я на крышу упал? Черт, я сейчас... what the fuck? Ай-яй-яй-яй, больно-то как было, а? Ну, не сильно так могу сказать, и больно было, потому что у нас 84 хп. Так, быстро, быстро нахрен. Черт, сцены револьверы. Хреново. Вот что я скажу. Так, быстро, быстро что-нибудь тупо. О, тихо, 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 тихо. Та-та-та-та-та! Ой, хорошо-то как. Так, уже неплохо. Блин, где оружие? Да, полный дрын. Я не знаю, как сказать даже. Это полный какой-то край. Блин, он туда не запрыгивает. А там больше, походу, и ничего не было. Что там лежит? Это М-ка.
Черт, случайно, ребят. Блин, а сговорил же не... Блин, какого хрена? Так. Где-то здесь. А, это на пистолет. Это тоже на пистолет. Это тоже на пистолет, походу, да? 30. Пишет сюда. Какого хрена ты здесь делаешь, ублюдок? Вон он. Я его вижу. Я его, черт возьми, вижу. Мотаемся, мотаемся. Вот говно какое сцаное, а. Взад он к нам прийти никак не может, ребят, поэтому нормально. У-ху! Вот так вот, играемся мы с ним. Так, портфель. В принципе, разницы нету, какой портфель брать. А чё ты не берешься-то? Есть! Пысу получил, тварь! Чёрт. Давай! Какого хрена? Давай! Юзайся! Почему он не юзается? Я не понимаю на Q. Так... Так. А, вот чё фигня. В чём фигня-то? Юзалку вот куда кидаешь. Перекинуть надо, понимаете? Я этого не знал, кстати. Так, что у него было? Да куда ты идёшь-то, ублюдок? Ты тупой. А у него и ни хрена интересного не было. Так, давайте вот так возьмём. Так. Майку разорвем. В принципе, все. Так, что у меня по здоровью? Можно еще раз перебинтоваться? Ху, это просто какой-то кошмар. Так, где мы находимся? Е4. Е4, так, нам надо вниз. СЕ. На СЕ. Вон туда вон нам надо. Блин, а... Как же стрёмно отсюда выходить. Мёдом, черт возьми, намазано им, да, ребят? Просто намазано мёдом. Какого хрена ты олень обычный? Ой-ой-ой-ой, черт возьми, олень обычный, вот это я выдал. Сценина ты. Черт возьми, я не знаю, как отсюда выйти. Нет, я знаю, конечно. Патрончики я заберу. Вон они, видите, мрази ездят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, а... Ой, fuck you. Быстрее бинтуй. Ай, черт. Это просто какая-то жесть, я не знаю. Но это было весело, черт возьми, я зарубил так неплохо. Ладно, третья попытка. И посмотрим, на что я способен в третий раз. Бам-бам-бам-бам! Поехали, ребят, третья попытка. Посмотрим все-таки, на что я способен. Я, конечно, постараюсь что-нибудь с этим сделать нормальное. Так, поехали в супермаркет какой-то. Поехали, полетели, конечно же, в супермаркет. Маркет, маркер, супермаркер. Поехали, супермаркер, маркер, маркер. Я, конечно, постараюсь прожить подольше. Хотя бы в... Ой, блин, черт возьми. Подольше мне не получится уже пройти.
Да, можно ехать. Зря ты, дебил, не поехал. Офигеть, как управляется ментовская коповская тачка. Только я не знаю, как она работает. На чем? Ключи есть. С помощью этой фигни можно тоже завести. А что, взять нельзя так? А, нельзя, черт возьми. Ладно, все равно не уедет никуда. Так. Что это такое? Для первого раза пойдет. Шлемак. Да, где-то близко. Где-то близко играются. А вот и рюкзак. Ну давай. Почему ты не берешься? Возьмись ты. Черт, не берется, ребят. А здесь больше ничего нет. Это хреново. Блин, опа, майка. Нет, я думал, тачку мою забрали. Черт возьми, куда бы поехать, а? Так, где мы находимся? И4. И4. Это ж И? Если это И4, то где-то... А, черт возьми, я перепутал. Где-то там городок. Правда, я не знаю, где. Блин, а... Вообще не туда поехал. Вон какая-то избушка. А поехали съездим. Ну-ка. Черт возьми, на переключение у меня стоит гудок тоже. Блин, хреново. Тихо-тихо-тихо-тихо, машиночку не разбить. Так, мне, пожалуйста, что-нибудь поприличней. Опа, трактор, привет. Здравствуйте. Да, конечно, в таком месте охренеть много чего можно найти. Ни хрена, то есть. Что, надеюсь на дом? В доме тоже ничего нет, что ли? Какого хрена? Да, наконец-то. Наконец-то. Давайте вот так поменяем. Как я люблю. Так, здесь ничего нет. Здесь пистолет. Здесь шлем. Да, больше ничего здесь нету. Ладно, пора выходить. Все равно мы здесь ничего не найдем. Блин, где здесь выход? Запутаться можно. Так. Мы вообще приехали в G3.
Да, мы где-то здесь. Опа, они ломаются. Давайте-ка мы, знаете как, проедем здесь. Высушенная речка. Нормально. Можем. Могем. О, давай-ка заедем сюда. Токсичный газ еще не скоро. Черт возьми. Здесь обычно аптечки валяются. Но я не вижу никакой аптечки. Опа, аптечка. Так, значит, на F юзать аптечку, на Q перебинтовываться. Я понял. И три. Все, просто едем в левый бок. Пока нас не хренакнуло. Так, между деревьев, конечно, надо объехать вот так вот. Великолепно, великолепно! Как же хорошо мы играем-то, а? Как же хорошо мы играем. До сих пор и три. Но я знаю, что мы правильно едем, поэтому нормально. Аж три. Аж три, нормально, ребят. Так, где эти ублюдки все? Покатаемся, поищем. Бенз у нас полный, поэтому можно себе позволить поиграться, что мы этим сейчас и занимаемся. Да, конечно, машин тут до хрена. Опа, какой-то петушок на нас сагрился. Да. Мы покатаемся здесь. Где-то здесь разборки, кстати. Здесь где-то были разборки, да? Да, в доме... Опа, опа. Офигенно, офигенно. Побибикали, чувак, он испугался, там пересрал уже. Да-да-да, я буду по кругу ездить. Вон этот ублюдок. На, гнида. Скотобаза. Так. Калаш возьмем. Хреново, у нас мало хп, ребят. Нужно стоять, чтобы хилиться. Давайте отъедем. В принципе, мы в зоне и так. И замес будет именно в городе, я знаю. Я знаю это точно. Увидишь ты меня ночью. Так, нормально. Здесь можно и поразвлекаться с бинтами, ребят. Да, там, конечно, хреначит жестко так. Что с аптечкой? У нас, да, мы использовали аптечку. В принципе, можно было не использовать. Ладно, хрен с ним. Уже этого не избежать. А в машине ты на Q хилишься, нет? Нет, не хилится вроде. G3. G3. Так, G3. Да, мы в самом центре. G3.
Мы в этом квадратике. Разработчики, кстати, молодцы, что сделали именно... Видите, как по квадратикам? Это вообще сейчас удобно, когда оно показывает. Мы где-то, я так понимаю... Короче, это здесь будет замес. Прямо здесь вот. Можно на гору заехать. Вот эта дорога, видите? И здесь будет все происходить. Хреново то, что у нас нет ни бинтов. В принципе, можно и, кстати, залутаться, сходить. Но, увы. Мы этого делать не будем. Можно посмотреть. Вон там какие-то палатки. Ну-ка, что это здесь у нас? Пикничок? Пикничок, ребятки, решили устроить. Там тело бегает или нет? Вон там он. Нет. Походу, тела нету. Блин, надо смотреть, конечно, сейчас в оба. С любых уголков могут подойти. Так, все-таки не здесь будет, да? Если что, нам надо будет вон туда, вон ехать. Вон на том пригорке, ребят, будет все это происходить. Вот я бы поюзал снайперку. Как оно со снайперки вообще? Так, Г3. Да, в принципе, чуть-чуть туда проехать и все. И будет все хорошо. Что у нас с оружием? Ты санина-то, а? Решила поиграться со мной? Где ты, говно? Говно уехало. Можно погонять вот так вот. А можно прикончить эту мразь. Ой, сколько здесь вас! Ой, петушки мои. Хухух! Давайте поиграемся, что ли? Вы же любите играться, да? Интересно, газ сейчас показывается вообще именно в, ну, именно в игре с синим, ой, зеленым. Там кто-то вообще вовсю перестреливается. Где эти ублюдки-то, а? Блин, я хочу посмотреть на... А, вон газ. Видите, как он показывается как-то странно? Ага, вижу тебя. Ни хрена себе ты попал! Говноеда кусок. Как ты это, черт возьми, делаешь? Да, доигрались мы, ребятки. Доигрались. Ничего. Я готов ему отомстить. Г4. Да, мы здесь.
Что, неужели в здании будет битва? А где тот петушок был? Я что-то и не видел его. Я вообще никого не вижу. Я не вступаю в бои, потому что я не хочу сдохнуть. Поэтому я не вступаю в бои. Опа. Ну да, конечно. Г4. Да мы в самом центре, ребят, поэтому нормально все. Жестко бомбит. Ой, как жестко. Какие вакханалии происходят. Ну же. Здесь где-то петушок был. Блин, неужели газ сейчас не показывается? Так, кустики проверим. Опа! Нету никого. Да-да-да, попадешь ты, попадешь. Ублюдок. 31 игрок остался, пипец какой. Г3. Нам надо на С. Нам надо туда двигаться. Давайте на всякий случай, что ли. Нет? С ним там играются, видите? Ага. Ни хрена не убил. Черт. Хотя мог. Хреново. Есть, убил. Фу! Черт, быстро, быстро, быстро. Садимся в тачку. Ой-ой-ой-ой, чуть по тачке не долбануло-то. Так, отхиливаемся. Отхиливаемся быстро. Черт возьми. Я сдох? Блин, а почему газ-то не показывался? Блин, они хреново это сделали, если сейчас газ не показывается. А 26-м я сдох. Блин, ну это было в любом случае круто. Но, блин, видите, я не успел тупо. Ладно. Можно на этом, ребят, и закончить. Пишите, как вам обновление. Если вы хотите, опять же, частенько серии по H1Z1... то обязательно поставьте лайк и напишите об этом в комментарии, а также вступайте в паблик. Спасибо за просмотр, с вами был Виолент, и до скорых встреч, всем пока!